За последние годы пластическая хирургия приобрела огромную популярность. Если раньше к этому прибегали только голливудские звезды, сейчас это доступно практически каждому. Мы решили узнать у дончан, как они относятся к таким изменениям внешности. Нейтрально. Ну, если человек хочет, по-моему, он может делать со своим телом, лицом все, что захочет. Нет. Как относитесь к пластической хирургии? Плохо. Почему? Должно все быть естественно. А вы мне сейчас снимаете, вы что? Да. А вот в себе вы ничего не хотели изменить таким образом? Нет. Такое есть такое. Ну, в принципе, неплохо тем, кому она нужна. А как по вашему мнению, кому нужна, кому нет? Ну, есть природные у людей дефекты, которые надо исправлять. Ну, в принципе, может быть, она и нужна, но это дорогое удовольствие, и не всегда оно оправдано, потому что очень много побочных эффектов. А вы, таким образом, в себе что-то бы хотели изменить? Вы знаете, нет. Я, в принципе, спокойно отношусь к своему возрасту и считаю, что это надо уважать. Люди, актеры, им, наверное, надо, а всем остальным, думаю, что не обязательно. В принципе, положительно. Не вижу ничего. Ну, наверное, было много слухов по поводу того, что были какие-то отрицательные моменты в этом деле, поэтому, как и в любом множестве, всегда страшно делать что-то в первый раз. Ну, пока не задумывалась об этом. Ну, если бы, наверное, позволяли средства сделать что-то такое вот не кустарным способом, где-то там в сомнительном месте, ну, может быть, конечно, почему нет? В принципе, можно без этого избавиться. А вот в себе что-то бы хотели таким образом изменить? Ну, я сама себе меняю. Просто практики делаю. То, что нужно следить за организмом. Прежде всего, если не будешь следить за здоровьем, никакая тебе ничего не поможет хирургия. Что нужно? Настрой позитивный, любить себя, кушать в удовольствие, ничего себе не отказывать. Ну, естественно, зарядку тоже надо делать.